Сегодня у нас 11 августа 2024 года. Полностью созрел сорт яблони под названием «Оксамит». Это белорусской селекции летнего срока созревания. Плоды очень красивые. Вот такой окраски. Интересный. Белая точка, полностью румяне с таким сизым налетом. Яблоко защищает себя от... Сейчас снимем плод такой вот. Красивые два плода снимем. Уже полностью созрели. Вот такие плоды. Такой оксамит. Мякоть у него очень плотная. Сейчас покажем. Вот такой кремового цвета. Плотная. Средней сочности. Сладкая, ароматическая, без кислоты. Кислоты нет, абсолютно нет. Но очень гармоничного сладкого медового вкуса такого. Очень интересный плод. Это наподобие там зимних сортов этой селекции этого института белорусского. Имант. И там еще другой сорт есть. Корень, зорка. Зорка, корень. Тоже похожие по вкусу плоды, но только летнего срока созревания. Сейчас мы взвесим вот некоторые плодики тут. Грамма. Ну, довольно приличный вес для летнего яблока. 220 грамм. Ну, вот такой вес. Это тоже похож по такому, вот такой вес. 222 грамма. Вот такой красивые окраски они. Круглой формы. Сорт яблони «Оксамит». На 11 августа 2024 года, Черкасская область.